из Англии. Мы находимся с вами на юге. Это юго-восток британского острова. Берег. Здесь небольшое такое видно углубление, и вода еще подплывает. Но вот правее стоят лодки, и они буквально на мели. Посмотрите. Очень-очень сухо. Все поливают сады дома. 40 минут, час уходит на то, чтобы более-менее полить небольшой сад, который здесь есть при домах. Просто такая страшная картина. Итак, пойдемте пройдем вдоль набережной. Это очень милый городок. И мы пройдем с вами в сторону запада по побережью. Там есть такое местечко, которое называется Лейон-Си. Оно очень колоритное. Очень многим нравится оно. А если мы повернемся сейчас налево, а если мы повернем направо, мы очутимся немного, пройдя вперед, мы очутимся в Сауде. Он крупный городок. Но он крупный, и там на пляжах просто не протолкнуться вообще. Здесь вот более-менее люди лежат, и то люди лежат и не представляют, что здесь должна быть вода, но из-за вот этих водорослей такой стоит запах водорослей. То есть не очень такой enjoyable, как не очень место располагает к тому, чтобы долго здесь находиться и расслабляться. Вот здесь повыше ветер дует и уносит этот запах, поэтому люди лежат. Так, нам надо подняться наверх. Давайте чуть пройдемся. Вот такая просто душераздирающая картина. Вестклифф находится час с небольшим езды от Лондона, в зависимости от какой части Лондона. Сюда ходят поезда C2C, называется железнодорожная компания. Я не знаю, насколько безопасно.
безопасно вот туда идти, потому что, вы знаете, как этот ил, мало ли где-то какая-то будет лунка, и можно, я думаю, что даже провалиться. Но, тем не менее, вот там народ, видите, плавает даже немножко. Вот здесь хорошо видно, видите, темная полоса, это где должна быть вода. Вот это уровень воды. Вот настолько опустился уровень в море. Страшная жара, газоны где не поливают, кто не поливает, уже солома просто, высохло все. Но еще нет такой экстремальной ситуации, которая была в прошлом году, когда даже запретили на государственном уровне пользоваться шлангом, то есть из дома нельзя было поливать из шланга. Ты можешь так поливать, но чем-то, чтобы ограничить потребление воды. Не пиво, а мороженое. Хотя пиво тоже пьют. Ресурс тоже стабилизировалась. С июля месяца уже разослали тарифы, которые будут ниже. И, например, у меня British Gas, они прислали уже расчет, что стоимость за год электроэнергии, как я потребляю, она снизится примерно на 10%. Будущего. Это, конечно, город, как и Брайтон, которые все прибрежные города, они здесь хилисты, в районе тех, которых
холмистые. Вот. Видите? Лестница поднимается. Ой! Как он приблизил сильно. Ну и это не самая высокая точка, а дальше там опять идет идет подъем вверх. Что в Англии очень любят животных. Практически в каждой семье есть домашнее животное. Кот или собака. Собак больше любят англичане. Ну и британцы в целом, мне кажется, по моим наблюдениям. И бедные животные страдают больше, чем люди, конечно, в такую страшную жару. Кондиционеры здесь дома не устанавливают. Это, ну, в этом просто нет необходимости. Потому что то, что сейчас, это ненормально, такая экстремальная жара. И для животных продают специально такие холодные маты. Они наполняются ледяной водой, и котик или собачка лежит в таком мате, и им легче. Нравятся животным вот такие холодные маты. Очень много отельчиков. Вот видите, с правой стороны тоже hotel написано. Дальше здесь есть. Много сдают Airbnb. Конечно, люди пытаются заработать, кто сдает здесь недвижимость, и цена может доходить 100 фунтов за ночь, как нечего делать. Давайте здесь немножко прогуляемся. Посмотрите. Как выглядит прибрежная местность. Вот уже много зелени, но полита земля, она не сухая. Поливают. Поэтому все цветет и благоухает. Вот справа у людей, видите, на доме, справа внизу, это электрозарядка, зарядка для автомобилей. Если у тебя электромашина, можно установить себе электрозарядку. Thank you.
застройка этого городка. Это типичная английская архитектура. Вот примерно так выглядят типичные английские городки. Такой погодой в Испанию никто не едет. Едут только больше за каким-то сервисом, наверное. Потому что в Испании отели дешевле в разы, чем в Британии. В Британии дорого отдыхать. Хотя есть отдых очень высокого класса. Все будет прекрасно, но это будет стоить несколько раз дороже, чем в Испании. Рестораны те же. По ресторану, например, вот здесь дешевле, чем в том же Лондоне. А если это мы с вами на юго-востоке, а если двигаться на север, то еще дешевле. Когда-то, буквально, наверное, неделю назад я видела на Фейсбуке, девчата публиковали, пытались сравнить стоимость кефира по Англии. То есть один тот же польский кефир, который здесь продают, стоимость в разных городах. И, например, вот в Лондоне он стоит, ну, я покупаю 1,60 или 1,70-1,75, а на севере то же самое, стоит 0,99, 1 фунт, меньше 99 пенсов на один и тот же продукт. Вот такая разница. Живая изгородь. Лето стало здесь жарче, вот эти последние годы, прошлый, этот. И в прошлом году зима была очень холодная. Если помните, был минус в декабре большой. И здесь в садах у многих, вот у меня, например, коллега на работе, он говорил, что у него даже деревья вымерзли. Вот такое потрясающее дерево, смотрите, какая красота. Климат сильно очень, очень сильно изменился последние пару лет.
Это лаванда очень старая. Видите, скоро зацветет. Как куст уже старое видно. Превращается в лавандовое дерево. Страшная жара, если честно, я даже иду с солнцезащитным зонтиком. По левую руку у нас море. Друзья, стоит просто страшная жара. Наверное, до Лионси сегодня я уже не дойду. Смотрите, как высажено очень красиво. Видите, такой проем. И его использовали для того, чтобы посадить лаванду. Как красиво.
Это у нас местечко, которое называется уже Чаквелл. Чаквелл есть здесь. Чаквелл Бич. Пляж Чаквелл отдельно. Песочный. Даже рыбки есть. Смотрите, как красиво. Сколько их много. Такой контраст потрясающий. Очень любят здесь цветы и такое гадание, садоводство. Ну, это не садоводство в таком понимании, наверное, то понимание, которое вкладывается в это слово в СНГ, когда у нас садоводство, это, наверное, когда садишь яблони, груши, другие деревья. Здесь гадание и гаден в целом. Это такой небольшой садик. Для удовольствия, скажем так. Высаживают цветы, разные деревья, кустарники, чтобы вкупе это все создавало такую яркую, красочную картинку. Да, видите, мы столько прошли. И ситуация такая же. Вот справа, уже там чуть поотдали, виднеется Лимонси. Я уже до туда не дойду. Очень жарко, очень тяжело идти. Сейчас приближу камеру, вы увидите огромное количество лодок, которые просто намели. Вот там. Видите, как станция лодочная. Но сейчас это все выглядит совсем по-другому. Итак, друзья, вот такая ситуация. Невероятно жаркого лета. 28 под 30 градусов. Сделали в этой части импровизированный бассейн. Друзья, на этом хочу закончить видео. Ставьте, пожалуйста, лайк мне за выносливость пройти по жаре полчаса, минут 40, для того, чтобы снять этот видеосюжет. Надеюсь, он вам понравился. В целом, конечно, здесь очень красиво, очень душевно, очень приятно, так очень уютно. Чувствуешь себя как дома. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, и мы с вами обязательно увидимся в следующий раз. Всем счастливо, всем пока!